Да, всем привет, с вами Наруто 2016 и Эпикфаб 1337, и это наш летсплей по Супер Стрит Файтеру 4. И я немного шифруюсь, потому что это уже позорно. Так как я уже успел слить несколько раз в то время, как мы записывали это говно. Сегодня и вообще пару недель назад. Да. Мне как всегда везет на Да, по-моему, персонажа. это мне везет. Нет. Первая запись она случайно прервалась из-за того, что у меня игра свернулась. Вот, собственно, заново. Ох. Wait, what? Между... Ты всегда так отсиживаешься? А, если ты... Не знаю. Это за сет у меня такая тактика. Собственно, мы сейчас играем на рандоме, но основные персонажи у меня с этой Рю, у Эпик. Вы на это посмотрите все 30 Собственно, а у Эпик Фапа Вега и Акума. А когда это у меня Акума был главный персонаж? Был в ванильном Street Fighter. Ванильном? Это так четвертый называется. Ну все, прощай. А, да, ПБ. Дай не убью. Я ж пошутил. Да, я давно забавился, что не играл. Лол. С этого стоит столько смириться и слить от моей крутизны. Да по-любому. Это ничья. Так и да. Да за сета надо как бы уметь еще играть. У меня есть, конечно, друзья, которые за сета играют. Ты даже когда играешь, Рю, то да. Играть. А еще меня бесит то, что ты используешь один прыжок. Это же Байсон, ты чё? Ой. Блин. Ты зачем не сперед юзаешь? Или это мне так кажется? Мой шарик. Так вот, я остановился на том, то, что вперед, назад, вперед, это говно. По крайней мере, на геймпаде. Кстати, потом я, Razer продает боксовский геймпад с неким апгрейдом. То есть, есть две дополнительные кнопки. А, сейчас, стоп. Я что-то сейчас понял, то, что... Да, кстати. Так что тупить-то? А. У меня с первого ультра еще непривычно просто. Вот факт. Да уйди же ты! Ты же знаешь! С чарджами так нельзя! Умирающий вид! Никогда. Когда ты еще увидишь зеленого Кинг-Конга? Ты убиваешь последнего зеленого Кинг-Конга. За тобой выехали. Ну и фига ж себе. Оу. Что-то у тебя как-то чардж вообще не торт. И что? Это же бланка. Я даже не помню, как его вторую ультру делать. Чё? Между тем, что сейчас было. ТФ сейчас было. Чё тебе не нравится?
Так я неплохо. С ультра я замутил неплохую фиг, хрень. Ну, по крайней мере, теперь это наш больше одной комбинации за сета. Ну, за кого в основном играю? Он у тебя, значит, главным персонажем. Да. Вторая ультра. Помнишь ведь? У меня модный костюм. Я ненавижу, как вы это все просекаете и делаете броски. У меня бархер. Ой, смотри, сейчас прорвется. Блин. Ох, нифига. Несправедливо. А почему да? А почему нет? Да почему ты не можешь просто быть мужиком? Агреби. Yes. Я чемпион за Макота по-любому. Ох, а что сейчас было? Потому что ты не Шотас. Почему сраный Шарюкин меня так предает? А, да, кстати, это... О, что сейчас было? А ты что хотел? Как какого черта он пролетел? Извини. Вот читы отключил. Не извини уже. Ну хочешь, давай за следующий раунд начнем за своих играть. За какого черта я должен играть вообще? Особенно в таком случае.